Друзья, здравствуйте, меня зовут Настя, вы смотрите Конаково онлайн. Сегодня 30 октября, и мы на официальном открытии новой набережной Конаково. С момента задумки о реконструкции до реализации проекта прошло около 3 лет. Этот путь был непростым. Казалось бы, невероятная идея о благоустройстве сначала превратилась в мощную, амбициозную презентацию. И как итог, победу во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и поселениях с грантом в 70 миллионов рублей. Благодаря этой победе и стараниям огромного количества людей сегодня город отмечает первый этап благоустройства набережной. Работа была проделана огромная. На территории 112 тысяч квадратных метров проложены 3 дорожки. Пешеходная, дорожка для велосипедистов и дорожка для маломобильных граждан. Сказать, что просто это все было, я бы не сказал бы. Да? Каждый день подрядчики сталкивались с разными проблемами при строительстве, но, как мы видим, все получилось, и я надеюсь, что для граждан это будет хорошее место отдыха. А что будет дальше? В ближайшей перспективе, на зиму, мы планировали чистить пешеходную дорожку, чтобы зимой тоже можно было прогуливаться, так как есть освещение. Зимой будет рано темнеть, но под фонарями все будет видно и приятно будет гулять. А дорожки велосипедные и для маломобильных граждан предлагаем обустроить под лыжные трассы. Да, под лыжные трассы здесь по кольцу около 3 километров даже можно проводить какие-то соревнования. Да и гражданам будет удобно. Основание есть. Почистим, обустроим, и зимой, я думаю, все будут с удовольствием кататься как на лыжах, так и на санках. Планирует ли город в будущем привлекать инвесторов для благоустройства набережной? Планируем. Уже разговоры об этом ведутся. Один инвестор предлагает, как я уже в прошлый раз мы с вами встречались летом, предлагает здесь устроить какие-то карусели для детей. Следующая фирма предлагает спроектировать и построить площадку для воркаута. Все-таки в планах не останавливаются на сделанном. Еще раз подготовить проект, выйти с ним на всероссийский конкурс. У нас еще есть где развернуться. Остальная часть набережной в сторону улицы Гагарина. Данный проект не задействован, поэтому постараемся выйти с этим проектом на конкурс. Победим, значит, продолжим работать. Теперь знаем, как делать. Все видно, все граждане, которые здесь находятся на протяжении уже окончания строительства, все приходят, все благодарят, всем нравится. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы еще дальше обустроить данную набережную. Спасибо большое. Ребят, нравится вам новая набережная? Да. А что нравится, что хотели бы изменить или добавить? Нам бы хотелось бы, чтобы построили турниковую площадку. Воркаут площадку. Обещают, знаете, в следующем году. В следующем? Да. Рады? Да. А еще что-нибудь? Не знаю. Всем довольны, короче, сейчас-то. Спасибо большое. Вам нравится новая набережная? Да, мне нравится. Дорожки аккуратненькие. И на велосипедах тут людям есть покататься, где и детям порезвиться. Тем более тут еще площадка детская с качелями. А что бы хотели изменить или добавить? Или все нравится? Мне все нравится, даже не знаю, что тут добавлять. Только желательно не надо палаток с алкоголем близко, чтобы не было. Вам нравится новая набережная? Очень нравится. Мы сами любим кататься на велосипедах, поэтому одно удовольствие в паре. Можно разговаривать и хорошо кататься здесь. Да вообще спасибо, конечно, о том, что облагородили изюминку этого города. И теперь я думаю, что не только 4-палубные катера увидят, какая красота есть у нас в Конаково. Теперь есть новое место для наших детей. Мы тут действительно проводим утро на велодорожках. А теперь еще, конечно же, приятно, что тут будут проходить мероприятия, которых уже давно, как бы мы уже соскучились. И вообще вечерние прогулки с семьей здесь замечательные. Под свет фонарей, такая романтика. Я думаю, что теперь каждый горожанин будет посещать это место и будет гордиться тем, что живет в Конаково. А что бы вы хотели изменить или добавить на набережной? Я бы добавила, наверное, дорожек, которые идут
параллельно к переходу до дороги, да? Mm-hmm. И я бы хотела, чтобы, наверное, все-таки был какой-то санитарный уголок, чтобы тут могли бы подольше находиться и на пляже, и гулять с детьми. И сцена, конечно, нам нужна. Мы сцену ждем. Любим ходить на концерты. Вам нравится новая набережная? Конечно, нравится. Но не то, что было. Кому же это не понравится, не знаю. А что бы хотели изменить или добавить? Ну что, конечно, сцену какую-то надо сделать. Концерты тут проводить. Другие какие-то мероприятия. Стало намного интереснее, много дорожек, детям есть где походить, погулять. Намного стало лучше, на самом деле. До этого тут и лавочек-то особо не было, одна-две придешь, и все время занято. А сейчас и лавочек много, и дорожек, тропинок. А что бы хотели изменить или добавить? Ну, еще бы можно было детских площадок несколько поставить. Место позволяет, чтобы и детям было где погулять. Так? Так, в общем, все хорошо. Ну, и сцену какую-нибудь, если концерт проводить, было бы неплохо, а то старую убрали, и все, ничего не осталось. Первое впечатление приятное, но то ли осень, в общем, хочется зелени побольше. А что бы хотели изменить и добавить, надо, помимо зелени? А вот, собственно, пляж надо теперь оборудовать, еще, чтобы людям-то было где... Солнце, лежать. Ну, и переодеваться, и вообще... Самое главное, отдыхать, раздевалки и получать удовольствие. Это самое необходимое для женщин. Переодеться, надеть новый купальничек и шляпку. Хорошо, спасибо большое. Набережная Конаково – одно из главных общественных пространств города. Теперь здесь можно отдыхать, гулять и наслаждаться шикарными видами с комфортом в любое время года и суток. Приятно, что при реконструкции сохранили большую часть природного ландшафта. Давайте вместе наслаждаться новой набережной и относиться бережно к тому, чего мы так долго ждали. Надеемся, в будущем благоустройство будет продолжаться, появится полезная инфраструктура, а протяженность набережной увеличится. С вами была Настя. Пишите в комментариях, что вам нравится в новой набережной и что бы вы хотели добавить. Всем пока!